Добрый вечер, друзья. Игорь Жабский представляет. Сегодня 31 августа 2017 года. Лето нас покидает. И я решил в этот вечер забраться на Сенькину шапку и показать, как нас покидает лето, ее закат, последнего солнышка летнего. Завтра уже будет осень. Впереди мы видим село Галенки, его антенны дальней космической связи в закате уходящего солнца, мост через реку Раздольная. Дальше у нас следует село Заречное, тоже прощается с летом. Солнце все ниже и ниже. А я пока вот буду подниматься все выше и выше. То есть я буду подниматься на Сенькину шапку. Вот у меня осталось немножко до вершины. Как вы видите, уже там солнышко за тучками прощается. Мы пока к нему не пойдем, к солнышку. Солнышко нас еще дождется. Я забрался на Сенькину шапку и иду к самой высокой ее точке. Сенькина шапка заросла, как вы видите. Вот точка, указатель вершины Сенькиной шапки. Все, кто знает Сенькину шапку, кто был здесь, жил здесь. Вот меня вы видите. Вот мои. Привет, друзья, привет. Моя тень. Меня снимать некому. Ну, вот с этой точки я стою на вершине каменного фонаря, который раньше использовали древние люди эпохи Похая Джурджини в качестве передачи сообщений в сторону Уссурийска. Сейчас я вам покажу Уссурийск, или это Новоникольск. Вот я приближаюсь. Вот на горизонте вы видите начало Новоникольска, за которым уже Уссурийск. Вот в ту сторону и направлен каменный фонарь. Зажигали огни, костры. Ну и по своим знакам они определяли опасность, не опасность или другое какое-то событие. Мы пошли дальше. Думал, что найду змей. Но я нашел змей, но они быстрее меня увидели и спрятались. Мы ушли с северной точки Сенькиной шапки. Идем постепенно, чтобы тут не споткнуться, к южной. Сверчки. Я специально не стал включать музыку, чтобы показать Сенькину шапку и ее родные звуки. Вот дикий лук. Тоже прощается с летом. Сверчки завели свою песню.
мы подходим ближе к южной части Сенькиной шапки, к ее камням. Вот они, камни. Внизу за кронами деревьев находится каменная долина. Там все усыпано камнями. Ее сейчас не видать. Спускаться я туда не буду. Далеко. А пока покажем. Вот река Раздольная. Поворот тут делает. Мы подходим к западной части Сенькиной шапки. Покажем немножко растения, которые скоро тоже простятся с летом. Наступает осенняя пора, осенние краски, бархатный сезон. Потом зима, весна и опять лето. Сейчас я перехожу к покровке. Начнем покровку с западного гарнизона. Это вот девятиэтажки на улице Калинина и Космонавтов. И дальше пошли мы в сторону центра. Там где-то видно и мои дома. Вот мой дом, где я живу. Вот я покажу его сейчас. Вот эти два дома с красивой крышей. Вот правый дом, это Завитая 1, там, где я живу. А слева это Завитая 3. Соседний дом. И пошли мы дальше. Покровочку смотрим. Готовится ко сну покровочка. Вот мы плавно переходим к восточному гарнизону. Точнее, то, что от него осталось. Сейчас пока его нету. В свое время их расформировали, и восточный, и западный. Но принято решение их восстановить. Вот там, смотрите, тучка. Дождик идет. Это в стороне Михайловки. Туда на пограничной. Вот там дождь идет. Воздвиженка. У нас тут пока тишина. Вот за теми сопками уже, вот синяя сопка, я показываю, мы на нее тоже забирались. Вот эта синяя сопка, за ней уже там километров через 20-30 уже китайские сопки пошли, горы. Ну а вот оно, последнее солнышко. Лето за тучками прячется, прощается с нами и уносит с собой лето ненадолго, как говорится, не навсегда, но тем не менее жалко. Будем скучать, будем ждать опять лето. Такая у меня прогулочка сегодня произошла. Все засыпает, змеи засыпают, бабочки скоро тоже исчезнут, исчезнут кузнечики, будет тишина.
Хотелось бы, чтобы зима была мягкая, без ветра, со снегом хорошим. Не сильно, чтобы заваливало, а так, чтобы радовало глаз. Ну вот, друзья, наверное, на этом и закончим. Вот и все, друзья. Лето закончено. Завтра осень. Здравствуй, осень. Золотая пора. А лето, до свидания. Мы тебя ждем. Пока, друзья. До скорых встреч.